say shortly. Today, first 20 minutes, maybe one of the best group this season. After third goal, something happened. So, we can play really, really fast, but we need to do it 60 minutes. Okay, hey, like I said, 2-1. Sure. Руки, ну, хороший урок, да, что надо 3-0 держать и играть по счету, потому что плохо. Это такая игра, где можно просто силы сэкономить, спокойно его выиграть и все. Так что готовимся с мыслями уже о плей-офф. Так что молочки давайте. Готовимся.